Мы очень озабочены судьбой политических заключенных на Украине, людей, которые были арестованы, брошены в тюрьму только за то, что участвовали в политических акциях. И одним из таких людей является Павел Губарев, которого в Донецке народ избрал так называемым народным губернатором, и о судьбе которого мы неоднократно говорили с нашими западными партнерами, в том числе с Джоном Керри. Последний раз я ставил этот вопрос 17 апреля, когда мы были в Женеве и согласовывали известное Женевское заявление. И несмотря на все заверения, что американцы используют свой авторитет для того, чтобы немедленно эту проблему решить, никаких новостей, хороших новостей мы не получаем. Напротив, сегодня мы получили новость не очень хорошую, прямо скажем, тревожную новость о том, что у Павла Губарева плохо со здоровьем. И мы направляем официальное обращение в ОБСЕ, чтобы миссия ОБСЕ, которая работает на Украине, немедленно добилась доступа к Павлу Губареву. И аналогичные требования мы направляем в Международный комитет Красного Креста в Женеве, в мандат которого в том числе входит и посещение заключенных в местах их содержания. Мы будем добиваться немедленного доступа к Павлу Губареву, чтобы убедиться, что у него со здоровьем все в порядке. И, конечно же, продолжим усилия, направленные на то, чтобы обеспечить его немедленное освобождение как политического заключенного.